Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала. Это видео я выпускаю как анонс и хочу рассказать о своих планах, как бы не на будущее, а тигр я начинаю строить, это так как КамАЗ ждет сейчас процесса покраски, я начинаю строить ГАЗ-тигр от фирмы «Звезда». Но я его буду делать не просто ГАЗ-тигр, а как бы в постапокалипсисной тематике. И он будет у меня пикапом. То есть, вот это вот у меня будет срезаться. Здесь буду что-то придумывать. Короче, друзья, планы у меня еще в голове, планов много. Хочется сделать такую необычную, не как у всех модель. Вот. И планов у меня много. То есть в процессе буду использовать и, наверное, фототравленные решетки, синтетическую сетку буду использовать. Также буду использовать пластик от фирмы Tamiya. Вот. Прутки буду использовать. Ну, где-то, может, проволоку. То есть такая будет чисто авторская машина, как бы пикап апокалипсиса я его назову. Ну, вот. Также на нем хочу использовать от фирмы Dragon пулеметы, так как у меня нету сейчас в наличии российского вооружения, возьму американское. Как бы здесь есть в комплекте и гранатомет, и пулемет. Не помню, что за пулемет здесь. Или корк, или... А, нет, наверное, не корк, а... Короче, не помню название, но... Вот, в комментариях напишите. Вот этот пулемет буду использовать, но его, наверное, буду в кабину ставить. Американская, ну, как бы легенда будет такая, что нашли разрушенную военную базу, натовскую, склады, ну и как бы ушлый экипаж поставил себе браунинги 50-го и 30-го калибра. Там шансом воспользовался кое-каким. Вот, рацию, чтобы ловить вероятного противника. Вот как-то так. Да, так что, кому интересна данная тематика, кому интересно будет смотреть данный запил, смотрите. Я его уже начинаю как бы строить. То есть тоже долго я... Не буду с ним возиться, буду стараться делать побыстрее. Потому что самому интересно сделать модель. Самому интересно что-то попилить. Вот, поэтому пишите в комментариях, может, какие-то советы. Все буду рассматривать, может быть, какими-то воспользуюсь. То есть, говорю, как бы планов много, но, сами понимаете, все не обхватишь. Иногда вроде соберешь, и какую-то мелочь можно упустить. Вот. Как бы можете посмотреть, вот как на картинке он. Я хочу его замаскировать. Как бы не то, что будет там пикапом, тут какие-то сетки будут. Может, какая-то маскировка будет на нем висеть. Пулеметы. Ну, короче, еще сам не могу представить его. Как бы в голове, в образе представляю, но еще в собранном виде пока что еще разрабатываю в голове все нюансы. Ну, кому интересно, смотрите, как я уже сказал. Комментируйте. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Сборка, надеюсь, будет интересной. Доставит удовольствие и мне, и вам. Вот. Спасибо, друзья. Ну, как по традиции, всех благ вам и вашим близким. Ждите выхода новых частей.